там занято, нет? Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Воскрес! І помолимося Богу, щоб Господь це зібрання наше благословив. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес во всей вселенной, под светлым куполом небес, во все столетия неизменно вся тварь поет. Христос воскрес! Oh!
щоб радіти в тому чудовому святі, святі Христового Воскресіння. І апостол Павло, пишучи до коринфянам, він говорить такі слова. І коли про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема воскресіння мертвих? Якщо нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. І коли Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, і віра ваша даремна. Крім цього, ми були б лише свідками Божими, тому що свідчили про Бога, що Він воскресив Христа, котрого Він не воскресив, якщо мертві не воскресають. Якщо ж мертві не воскресають, то й... Для нас слова «Христос воскрес». Мы слышим их из года в год, и сердце радостно поет хвалением святым. Прошло уже немало лет с тех пор, как Христос воскрес. Святая радостная весть над миром пронеслась. Ее хотели удержать, неправдою прикрыть. Thank you.
приветствовать. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Вы знаете, на земле очень много религий. И эти боги, они похоронены. Их знают могилы, ходят туда, чтобы поклониться этим мертвым богам. Но мы сегодня благодарим Иисуса Христа, Он жив. Аллилуйя, слава нашему Богу. Я не представляю, как верить в мертвого Бога. Но сегодня мы счастливы тем, что Иисус Христос, Он живой. Слава нашему Богу. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стиха. Первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра. И пришел ко гробу первый, и, наклонившись, увидел лежащие бремены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни бремены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. И видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, не знаю, где положили его». Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь?» Воскрес, ликуют дети Божии всей планеты. Христос воскрес! Ликует сердце и мое. Христос воскрес и совершил победу над всем грехом, что существует в мире злом. Христос воскрес, из гроба встал, из мертвых. Меня от грешных дел воскресил не по делам, не по заслугам, не по долгу, а из любви ко мне. Ведь за меня Он распят был. Его в молитвах в Гессимании, его мучение на кресте Голгофы. Все за меня, и за меня он принял все страдания. Каждый день должна быть смерть.
Да!
дорога к Голгофе от сада к воскресенью станет мостом. Первый день незабвенной недели, вызывая большой интерес, словно ласточки вести летели. Его видели, жив, он воскрес. Не могла в Палестине меститься эта новость, но мощной волной пронеслась через преграды, границы, и повеяла чудной весной. Люди, Богу отдавшиеся цело и нашедшие спасение в нем, возвещали о Господе смело, очень просто, но с Божьим огнем. Воскресение Божьего Сына принесло благодатный ответ тем, кого беспокоило сильно, так ли надо жить или нет. Эта весть ее заставила вскоре взгляды старые пересмотреть и на жизнь с ее счастьем и горем, и не на ответимую смерть. Потому, слышав новые речи, слава Богу, Бог
на небо, мавши цю славу. Я тільки слухав цю пісню, співав і думаю, Боже, автор передав прекрасну славу, прекрасну славу. Але я думаю, Боже, яка слава на небі, коли побачать вибрані твої. Не можу зрозуміти розум, яка там буде слава. Як ця пісня так наповнює церкву, наповнює ваші очі, ваш розум. Я бачу сльози на ваших очах і думаю, слава Богу, що прекрасний Ісус, який зійшов на цю землю, Біблія каже, прийшов, народився. Thank you.